И 28 миллионов рублей задолженности выплатили бизнесу по исполненным госконтрактам в Мелеузовском районе. По долгам рассчитались после вмешательства прокуратуры. Установлено, что с 2019 по 2021 годы между больницей и организациями были заключены контракты на поставку лекарств и медицинских изделий. Общая сумма договоров превышала 282 миллиона рублей. И хотя исполнители свои обязательства выполнили, полная оплата не была произведена в срок. В итоге по постановлению Мелеузовской межрайонной прокуратуры руководителя привлекли к административной ответственности. Главврачу больницы внесено представление. А перед предпринимателями погасили всю задолженность.